Наступлением весны в Химках начался призыв на военную службу. Порядка 800 призывников должны явиться в военкомат. Среди них и Денис Федоров. Молодому человеку только исполнилось 18, а он уже готов отдать долг родине. В первую очередь Денис проходит медицинскую комиссию. Левый глазик закройте, пожалуйста. Читаем, какую строчку видим снизу. И если у медиков будет подозрение, что у Дениса проблемы со здоровьем, его направят для прохождения дальнейшего обследования. Но в данном случае в этом нет необходимости. Заключение врачей – здоров. Есть призывники, которые стремятся в армию попасть. Есть, которые без заболеваний. И процент этих здоровых, совершенно здоровых людей где-то около 30. После прохождения медкомиссии предстоит выяснить, какой тип войск больше всего ему подходит. Для этого разработана специальная методика. Всем призывникам в военкомате дают специальный тест, снимать который нам категорически запретили. На основании этого теста определяют психическую устойчивость будущего солдата и решают, к какому типу войск будет приписан призывник. Однако мнение будущих военных тоже учитывают, так что каждый призывник может выбрать войска, где он хочет проходить службу. И как говорят в военкомате, большинство солдат служат рядом с домом. Куда отправят, там буду служить, хочу послужить, потому что должен каждый мужчина пройти через военную службу. Можно научиться самостоятельности, что-то новое для себя изучить, новые знакомства. И в самом конце будущим солдатам предстоит пройти призывную комиссию. Это самый волнительный этап. Здесь решают, годен ли призывник к военной службе и в какие войска он отправится служить. У Дениса ограничений по здоровью нет. Категория годности А. Денис Сергеевич, готовы отдать долг родине? Так точно. Поэтому поздравляю вас, так сказать. Скоро вы будете в рядах вооруженных сил Российской Федерации и с доблестью, и честью, и отвагой нести службу. Денис получает повестку, его отпускают домой. У него будет несколько недель, чтобы собрать вещи и попрощаться с родными. Ведь вернется он только через год и уже в новом звании. Александр Гузаев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.